Месяц, как взяла аскезу. Нет конфетам с майонезом. А сегодня, как назло, ночь французского кино. 1:30, я в ночи надеваю сапоги и бегу до магазина. Просто в тачке нет бензина. Я в потемках, паникую. Силы темные ликуют. Вот бы бабы на диете, подловить бы на конфете. Вывеска вдали размыта. Фрукты, овощи закрыто. Но виднеется просвет. Черт возьми, отдел конфет. Я держалась ровно месяц. Утром было бы -10. Ела сою и морковь, обскакала бы свекровь. Камера, мотор, погнали. Удержусь теперь едва ли, ни намека на режим. Жарем конфеты и лежим. И не ведав, что творю, все подряд с собой гребу. Сникерсы мне руки вяжут и в моей корзине пляшут. Освещение, как софиты. Тазом худоба накрыта. Шум в ушах, шуршат бумажки. Milky Way, зефир от Машки. Торт расплылся в предвкушении. Здравствуйте, мое почтение. И по ленте не спеша, под прикрытием лаваша. 8 булочек упругих, ММДМС и лимонад. И большой мясной салат. Вместо стройности аскезы выбираю майонез я. Жор мне долго не унять. Развязала, твою ж мать. Прибывают килограммы, шлют с давлением телеграмму. Нахрен мучить организм. Лошадь в лань. Какой цинизм.